Привитус Амигос, иногда нет-нет, кто-то в комментах все еще попискивает. А когда же красаут? Ну где же там красаут? Когда-когда? Да никогда, ёпты. Почему? Да потому что эта игра сплошное одно разочарование. А, я начинал играть в нее с двумя кентами, и знаете, кто продолжает из нас играть в эту игру? Никто. Почему? Потому что игра разочарование. Плюс ко всему я видел очень много комментов, которые тоже указывают на то, что игра людей разочаровывает. И почему они изливают свое разочарование у меня в комментах? Потому что на форуме всех тут давным-давно поперебанили. Потому что, ну, как водится, в проектах, которые не пользуются особым успехом у народа, в состав модераторов набирают самых говнистых людей. У них, видимо, какой-то свой особенный свод правил, там, который гласит, что на форуме разрешена только объективная критика. Пример объективной критики это примерно такой. О, великие боги игры, извольте выслушать раба вашего, пред вами смиренно раболепствующего. Ваша игра слишком пиздатая, когда я в нее играю, у меня встает член и больно упирается в столешницу. Не могли бы вы сделать игру немного похуже, чтобы я как-то вот спокойнее к ней относился? Вот это пример конструктивной критики. А пример неконструктивной критики это что-то типа... Блин, уважаемые разработчики, сделайте, пожалуйста, блядь, нормальный ремонт в игре, потому что, ну, невозможно играть. Я, блядь, скрафтил машину отличную, боевую, но боюсь на ней в бой выезжать, потому что, блядь, команда говно, а вещи здесь у вас ломаются. На что следует ответ, что большинство игроков, блядь, данная система, видите ли, устраивает. Не знаю, кто это большинство и кого это нахрен устраивает, кого они вообще пытаются этим наебывать, но дела обстоят именно так. Ну так вот, уважаемые разработчики, меня ваша игра не устраивает. Меня, моих кентов и, блядь, хуевую тьму из моих подписчиков. Кстати, обратите внимание на крафт моей машины. Я вам позже объясню, возможно, почему она такое дерьмо, если не забуду. Короче, смотрите, в чем прикол. Здесь аки у машины Бэтмена, у меня впереди одно поворачивающее колесо. СТ, вот оно, да? Здесь, смотрите, тоже колесо. Сейчас покажу. Среднее. Нет, я их, насколько помню, я их поменял. Знаете почему? Я сейчас, блядь, специально покажу, почему их поменял. Потому что у меня сейчас... Не, это надо видеть. Это надо видеть, иначе никто не помрет. Никто не помрет. Никто не поймет. Блин, вот. Оп. Поставили. Приходится снимать вот эти, чтобы вот пропихнуть. Симметрично? Симметрично. Смотрите. Тест-драйв. Вот. И смотрите. Опачки, видите, куда повернули боковые колеса? Вот эти вот вторые. А смотрите, куда повернуло переднее колесо. Оно повернуло вправо, блядь, а вторые колеса повернули влево. Как нахуй так, я не знаю, почему моя... И в какую сторону моя машина... Такое ощущение, что если резко на скорости крутануть руль, мою машину разорвет нахуй просто от такого управления. Не, серьезно, посмотрите. Вот смотрите, вот с этого ракурса, смотрите, куда поворачивает передняя... Блядь, трава. Куда поворачивает переднее колесо, смотрите. И куда поворачивают вторые колеса? Как? Как это, блядь, работает? По какой системе? Хуй его поймешь. Поэтому мне пришлось убрать поворачивающие колеса и оставить одно поворачивающее и два колеса просто обычных. Вот это последнее, чего меня бомбануло, я просто вышел. Вышел и не играл в эту игру примерно месяц. А сегодня мы насладимся с вами новым режимом, который торжественно запилили в эту игру. Называется он то ли «Буря в пустыне», то ли еще какая-то, короче, буря. Во-вторых, почему я разочаровался в этой игре? Вот именно я, потому что, ну, из-за фракции в основном. Вот игра позиционировала себя как игра, в которой можно скрафтить абсолютно любую тачку, что в ней будут кастомные тачки, друг с другом воевать, хуй там плавал. Все решили за вас фракции. Вместо того, чтобы запилить в игру сраную кучу, блядь, каких-нибудь пулеметов, которые друг от друга будут отличаться, там, вот этот поскоростнее, вот этот подамажнее, и там, чтобы люди соревновались, там, а я вот такую пушку выбил и с ней играю, я вот такую пушку выбил и с ней играю. Вместо этого здесь, блядь, у каждой фракции, вот, например, есть фракция, там, у нее одни пулеметы, блядь. Один пулемет синий, второй пулемет фиолетовый, третий пулемет оранжевый. Надо крафтить. Все вещи, блядь, в PvP за поражение ломаются. Вот так вот. Вот так вот весело. В итоге я не могу собрать кастомную тачку, потому что в этой игре рулят тачки каноничные. То есть, ну, таранщики, невидимки, блядь, пускатели самонаводящихся ракет. Вот, да, каноничная тачка, фракционная, собранная из топовых фракционных деталей. Да, вот топовые пулеметы оранжевые, там, у одной фракции, у мусорщиков. Что у нее тут? Вот она, ракета-ураган самонаводящая. Да, вот ты собираешь тачку просто по...
практически по чертежам, практически одни и те же. Вот у тебя просто цель собрать вот тачку из генератора Аполлон, блядь, и ракетной установки Ураган, при этом максимально забронировав ей еблище, в которое тебя будут пробивать остальные фракционные там эти. Ну, может, только таранный гей сзади подкрадется. Я фракцию выбирал не по пушкам, да, потому что я представить себе не мог, насколько все ущербно. Я выбирал фракцию по кабине, да, мне кабина здесь понравилась, она вроде гоночная, там энергию неплохую давала, плюс у этой фракции есть генератор. Но я ебал играть, блядь, машиной, на которую надо ставить бензопилы, подъезжать, блядь, и кого-то в упор пилить. Я просто в шоке был. И мне говорят, ну ты можешь выбрать другую фракцию и начать ее прокачивать. Я говорю, да конечно, вот делать мне нехуй. Я две недели вот эту фракцию, блядь, прокачивал, 5-го левела сделал. Сейчас я, блядь, на другую фракцию переведу, буду ее еще месяц прокачивать. Отличная, блядь, идея. Просто лучшая, феноменальнейшее говно. Плюс ко всему, вот смотрите, теперь надо, как я уже сказал, фармить вот эти вот расходнички, да, фармить, разбирать их на металлолом, продавать металлолом, то есть барыжничать на рынке со страшной силой, сутками сидеть, задрачивать. Но если фармить эти кабинки, хуинки, если их фармить, то их надо фармить исключительно на тачке из серых вот этих вот запчастей, потому что они не ломаются, да, поражений у вас будет очень много, а одному бой практически не затащить. Поэтому вы, блядь, собираете себе тачку из оранжевых деталей и ссыкуете на ней ездить, потому что адекватного ремонта в игре нет. Ну, раньше не было. Чтобы отремонтировать, допустим, вот представьте, что, ебать, копать сломалась вот эта 88-миллиметровая пушка. Знаете, что надо, чтобы ее починить? Надо еще две таких же пушки, блядь, чтобы у вас было три пушки, и если они будут все три сломанные, блядь, или одна сломанная, две целые. В любом случае вы сможете скрафтить одну целенькую навехонькую. Но сейчас немножко политику ремонта изменили. Разработчик все-таки пересмотрел свои гениальные взгляды на ремонт и теперь запилили следующую функцию. Видите, допустим, у меня вот сломанное колесо с шипами ST. Значит, для того, чтобы ремонт активировался, мне нужно разобрать вещь такого же цвета, как я понял, ну как мне в чате объяснили. Вот у меня два сломанных колеса с шипами, давайте я одну разберу. Смотрите, разобрать. Вы получите рандомно от 3 до 9 деталей. Да. Так, ну мы счастливы. Да, ремонт. Что? Ремонт одна шестерня или на 3? Давайте на одну. Сколько прочности я получу за это? Одну прочность. Я мамку шатал. Вы понимаете, блять, вот это пиздец. Ну, смотрите. То есть, чтобы починить одно колесо, мне надо разобрать от 3 до 9 колес. То есть от 3 до 9 синих деталей, чтобы починить одну синюю деталь? Да вы что, серьезно? То есть раньше, чтобы полностью починить синюю вещь, нужно было 3 детали иметь, всего 3, включая сломанную. Теперь надо минимум 4, и это называется, ввели в игру ремонт, ужесточив просто его, блять, в разы. Я правильно, блядь, сейчас понимаю? Я просто нахуй отказываюсь в это верить. Блядь, этого быть не может. Это просто не может быть. Не может быть такой залупы. Вы чё, ебать, да ладно. Давайте в чате спросим, блядь. Подожди. Это чё? Что? Чтобы починить одну деталь, надо разобрать минимум 10. Сейчас посмотрим, что мне ответят. Сейчас посмотрим, что мне... Я отказываюсь верить. Это просто... Это хуже, чем... Блять, это хуже, чем фарм кредитов в картошке на то, чтобы играть. Да, детали не нужно чинить. Правильно, не нужно, потому что проще новую скрафтить. Как шепнуть? Ха-ха, вот смотрите, поэтому... Да, короче говоря, ремонта в игре нету. Тупое, блядь, говно. А в свою очередь, потому что нету в игре ремонта, блядь, в ней нету и онлайна. Охуенно, пацаны, вы, блядь, игру сделали просто... Просто эпично. Просто эпично. То есть, вот объясняю, если вы до сих пор не поняли. Вот вы собираете тачку из фиолетовых каких-нибудь хуёвин. Смотрите, да, вот где она у меня, блядь, здесь сейчас... Фиолетового у меня ничего нет, я нищий. Ну, смотрите, вот синюю собрали, да, и через 40 поражений в боях PvP или PvE она у вас сломается. Вот эта прочность единичку отнимают за поражение. Если вы сдохли, но ваша команда победила, прочность не снимут. Вот 40 раз проиграли, все, блядь, иди новую крафти. И синюю скрафтить довольно легко. Но если, блядь, у вас сломают оранжевую,
оранжевая это, блядь, цель всей жизни и существования, да, вот скрафтить вот это говно. Но у нее 80 единиц прочности, да, 80 раз вы проиграете, но 80 боев. Понимаете? Ну, каждый, кто играет в танки сейчас, у нас у всех, блядь, боев несколько тысяч. Вот представьте, что вы купили, блядь, ИС 7, да, на нем сыграли, блядь, 100 боев, 200 боев сыграли, естественно, каждый второй это проеб, вы 100 раз проебали, вам говорят, все, танчик сломан, качайся заново, ебать. Вот понимаете, вот понимаете вот эту хуйню, вы просто, блядь, вы прочувствуйте вот это вообще, это... ладно, так, хорошо. Давайте посмотрим в жопу, блядь, посмотрим новый режим все-таки, что тут. Я уже показывал бои с левиафанами, они крайне убыточные и чрезвычайно ублюдочные, просто говно. Штормовое предупреждение называется режим. Значит, никаких правил, каждый сам за себя. В этом режиме детали не теряют прочность. Через 30 секунд после начала битвы начинается буря, игроки, попавшие в бурю, умирают. Ну, то есть через 30 секунд сдохнут все. Награда 100 голды. Это, видимо, здесь, как в фильме «Горец». Остаться должен только один. Вещи не теряют прочность, но при этом платные, бои платные, 15 золотых монет. В принципе, те люди, которые бросили игру давненько, могут сказать, ну 15 монет это копейки. Нет, недавно сломали рынок. Теперь 100 металлолома стоит, сука, 40 золота. Раньше он стоил там, по-моему, за сотню переваливало. Ну, чего уж говорить, смотрите, сколько стоит. Сколько стоят белые запчасти, да? 3 монетки. 3-5 монеток, да, раньше они стоили от 10 и выше, 15, то есть, как добываются деньги, да, вы ездите в бои ПВП, естественно, на серой тачке, да, чтобы при поражениях не терять прочность, иначе вы будете в минусах, вы ездите на серой тачке, за победу вам дают там одну-две вот таких сереньких вещи, вы их будете продавать по 3 монетки, по 4, дай бог, если по 5, и вам понадобится, учитывая поражение, где-то 3-4 ПВП сражения, чтобы накопить 15 золота и один раз скататься в этом новом режиме. Вообще, платный режим на закрытом бета-тесте это даже круче, чем донат в картошке. А там в картошке донат любят больше, чем ебаться и жрать, понимаете? То есть я купил доступ, я купил, мне не бесплатно дали. 1300 рублей я потратил на доступ в эту игру, мне дали 1300 монет, и теперь они мне еще продают режим. Возможность поиграть в режиме, блядь, буря, но платная зачем-то. То есть, эта игра настолько дрочильная. Но я говорю, да, что проще было бы ввести в игру просто нереальное количество всякого разного хлама, пушек, кабин, миллион просто. И чтобы люди вот в боях рандомно это все получали, не то, что фракция тебе дает детали за прокачку, просто рандомно, из рандомного мусора, чтобы люди собирали тачки. Вот это был бы кастом, вот это был бы прокачка. Но нет, блядь, фракционные, блядь, пушки, да, то есть у каждой фракции получается где-то 4 или 5 видов оружия, один вид кабины, нахуй, и это пиздец, охуенное разнообразие, бля, прям вообще, я охуеваю. Что не тачка, то шедевр. Ну давайте, ладно, я говорю, что мы посмотрим, что это за бои, по крайней мере, хоть бензин здесь не нужен. То есть они очень классно сделали для игры в ПВЕ, где добывается что там, медь, и эти провода, блин, вам нужен бензин. Бензин добывается с ПВП, но при поражениях вы теряете прочность, блин. И теперь еще вот, чтобы у вас деньги тоже лишние не копились, завезли режим. Ну, мы видим, что режим охуенно популярен, потому что время ожидания среднее это целая минута. Ну, не хотят люди расставаться с пятнашкой голды. Ну, при таких-то ценах на рынке, потому что раньше можно было разбогатеть просто барыжничая на рынке, скупая всякое говно по дешевке, разбирая на металлолом. Сейчас, ну, в принципе, на все цены упали, как-то дефляция или как это называется, ну, не суть. Но цены упали, в общем-то, на все, кроме вот этого режима, который все равно стоит 15 голды. То есть 10 каточек в этом режиме будут стоить вам, грубо говоря, новой кабины. Потому что, ну, кабину сейчас можно купить там за 120, за 130, синюю, да? То есть раньше я ее за 350 продавал, спокойно, блядь. За 400 некоторые умельцы умели втюхать. Теперь она стоит 120, а режим, блядь, стоит 15 голды. Ну, о боже. Ну, я, наверное, не дождусь, наверное, надо делать склейку. Я пойду пока чаю налью, походу. То ли онлайн в игре окончательно умер от запредельно, блядь, гениальных решений, то ли я хер узнаю. То ли люди обнищали, и никто не играет в штормовое пердупреждение. Интересно, как что-то, блядь, монеты. Я знаю, что это монеты, блин. Как, почему?
Почему для победы не пишут сунана? Ну, должен остаться только один. Вот, походу, интересно, сколько людей играет. Походу, все скидываются по 15, а победитель просто забирает финальный барыш. Ну, короче, режим этот, по сути, обеспечивает отток денег из игры в никуда, чтобы они вот не копились. Да, вот вам среднее время ожидания. А у меня получается уже 2 минуты. Это максимальное время ожидания, по-моему, нет? Обалдеть. А теперь все внимание на чат. Ну, вот вы, в общем-то, сами все в чате могли и видеть, да? Какая борода, какое потрясающее, боже мой, обновление. Они запилили, блядь, режим, в который вообще никто не играет. Ну вот, видели, да, 10 минут на таймере. Люди писали в чате, что сидели 2 часа. То есть, люди в чате пишут, что? Они пишут, что здесь играют в рынок, играют в чат, играют в PvP на серых тачках и в PvE уже на своих кастомных карах. И это вообще не игра, это вообще не геймплей, это, ну, просто у меня даже слов нет. Я не знаю, вот какой онлайн у этой игры сейчас, какой онлайн у этой игры может быть,
в чем ее потенциал, да, во сколько, в какой потенциальный онлайн они хотят видеть в этой игре, к чему они вообще стремятся, что, на что рассчитывают, на что надеются, я вообще не понимаю. По-моему, проект Crossout буквально умирает в зачатке. Да, а по большому счету, я думаю, что онлайн здесь даже меньше, чем World of Warplanes, картошечных, а там он вообще смешной, и поэтому можно сказать, что Crossout уже умер в зачатке. Если раньше меня кто-то спрашивал, стоит ли покупать доступ на ZBT, и я говорил, что, ну, чуваки, исключительно на свое усмотрение, как бы, не факт, что игра вам понравится, а доступ стоит минимум полтора косаря почти, да, там, 1300 рублей, то теперь я, в общем-то, строго не рекомендую этого делать. На этом у меня, в общем-то, все. Режим посмотреть не получилось, ни хрена не получилось, но вы все равно что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, ну и все такое.